Вот икра застоялась немного в холодильнике. Вышло вот почти килограмм, 850 граммов икры. Вот, хорошая корка получилась, зернистая, вот такая вот она, смотрите, вот она. Вот. Но это должно хватить на недельку. Ну, Кузьмичу тоже грамм 200 отложили. Вот, почти вот здесь, вот почти 800 грамм, да. Вот, 180 грамм вышло вот это, кожура его. Хороший вот это вот, смотрите, видите как, чисто получается, вот он, видите. Вот правильно его называют золотом, желтым золотом. И черная икра такая же, черное золото. Вот, и в холодильнике можно поставить и получать омега-3, пожалуйста, в естественном виде. Вот такие мягкие, мягенькие такие булочки хорошие со сливочным маслом и сверху вот и корочкой. Вот так можно перекусил и пошел. Здоровье есть.